Всех приветствуем в Центре современного искусства «Аурум». Сегодня весна, 9 мая, и мы вспоминаем тех людей, которые погибли, защищая свою родину от напасти, от фашистов. И сколько людей погибло. И даже не представляю себе, сколько людей сожалеют о том, чтобы все те люди, которые погибли, остались в памяти человечества, и чтобы больше никогда не было развязано никаких войн, когда человек убивает человека. И вот мы знаем, что если мы будем рисовать красивые картины, которые вот сегодня мы продолжаем писать, эту красивую картину, то людям не будет в голову заходить даже мысль о том, чтобы убивать себе подобного. Правильно? Поэтому каждая написанная нами красивая картина двигает человечество к любви. Спасибо всем, кто погиб и защитил нас от дьявольских сил войны. А теперь мы продолжаем нашу огромную картину 90 на 100 многоцветие, которое расцвело в Одессе всеми цветами радуги. В полную силу каждый цветок мы начали писать. И нарциссы, и ирисы, и маки вот расцвели многослойные, и дикие нарциссики. И сегодня будем продолжать вот это вот все многоцветие дополнять. И видите, как у нас новая техника. Мы написали все окружение пейзажа и протерли, кроме середины, которую мы делаем по-новому. Каждому новому цветку мы даем свой подмалевочек. И вот у нас остался холст. Мы сейчас сюда напишем еще группу цветов, которые вроде бы находятся в одном букете, но соперничают в цвете. По форме они все выходят из нашего вот этого стеклянного, да, штофа, а по цвету они соперничают. Вот такое многоцветие наша задача написать. И, конечно, акварельный эффект. Продолжаем действовать. Я надеюсь, что эта техника нам понадобится в дальнейшем, когда у нас будут большие холсты и когда мы не сможем справиться в один день с одним подмалевком. Не хватит сил, чтобы все протереть. Поэтому запоминаем это действие, когда подмалевок одного дня мы протерли, и у нас не хватило сил дальше работать. А подмалевок на чистом холсте мы будем делать на следующий день для следующих проявлений, реалистических или цветов, или предметов, или людей, чтобы мы там не рисовали, это для следующего дня. Вот такая техника. И давайте мы начнем.